Для салата принцесса нам нужен язык отварной в первую очередь. Сейчас мы его поставим варить. Язык моем как следует, заливаем водой и ставим варить. Когда язык закипел, я слила с него воду и залила другой водой. И вот так ставлю варить. Так 3-4 нужно его сварить. Язык закипел уже 3 часа. Кладем туда соли. Уже у нас черного перца. Язык сварился, вытащили его и залили холодной водой, чтобы он легко потом почувствовался. И потом опять опустить в бульон. Вот, в принципе, нам уже холодный. Язык очищаем от шкурки. Снимаем с ней. Вот так она легко снимается. Немножко развалился, наверное, на меня. И нарезаем его соломкой. Огурец тоже режем соломкой. Я думаю, можно было подлиннее чуть-чуть, но надо. Яйца должны быть сварены вкрутую. Яйца тоже режем. Капусту режем тонкой соломкой. Теперь смешиваем язык порезанный, огурцы порезанные. Соломкой, яйца порезанные соломкой, капусту, добавляем зеленого горошка, добавляем черный перец, подсаливаем, если нужно, и добавляем майонез и все перемешиваем. Салат готов. Можно украсить как-то салатик зеленью, помидоры. Салат принцесса готов. Приятного аппетита!